Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Илья Винокуров, и вы на канале ИФ Хоккей. Сегодня мы продолжаем рассказывать вам о проспектах нашего российского хоккея, и в гостях у нас игрок системы Спартака Александр Точилкин. Всем привет. И сегодня мы с ним зарубимся на так называемых челленджах. Эти челленджи, опять же, будут включать в себя различные навыки, да? Саня успел поиграть и в КХЛ, и в ВХЛ за Химик в системе Спартака, да? И сейчас, в данный момент, он играет в МХЛ за МХК «Спартак». И приглашаем вас подписаться на социальные сети хоккейного клуба «Спартак». Они будут в описании. Приходите к нам на матч, нам нужна ваша поддержка. А мы начинаем, погнали. Ребят, у нас будет 4 упражнения на навыки, и первый из навыков у нас будет 6 палочек, которые нужно подпустить и бросить по воротам. Кто проигрывает, как с Максом, ползет от лицевой до красной. Без проблем. Все, договорились. Погнали. Базар? Базар. Не, он сейчас, он-то не размят, он уже все, он уже старенький такой, да. На правах гостя Саня начнет первым. А, вот так, да? Давай, ну, давай. Ладно. У него вчера была игра. Тяжелая победа по буллитам, победный буллит. Если он будет не свежий, вы его сильно не ругайте за это. Давай, поехали. Отговорки для слабых какие-то. Илья, вас не слышно, Илья. Это он мне про пенсию что-то говорил. Не, ну такими темпами у меня все шансы есть, если честно. Конечно, все шансы, а ты что думал? Че, поехали? Давай, давай, погнал. Оу, вот так. Я надеюсь, вы что-то противопоставите мне сегодня. Сегодня вратарь не в себе, братан, просто. У вратаря была тоже вчера игра какая-то. Ой, но ручки помнят. Ручки-то помнят что-то. Ё-моё. Записал? Все, погнали. Ой-ой-ой, кто остановился-то? Руки не успевают. Это здорово. Здорово, здорово, Илья. Ой, блин. Туда все ложится. Короче, тут, я так понимаю, отпускать тебя нельзя вообще. Конечно, ты что, как ты думал? Хотя там... Лайфхак для тренеров, ленточка. Видишь? Задача. Пропустить, подпустить и прокинуть в обратную сторону. Сам развернуться, подобрать шайбу, отдать передачу, заехать за палку, получить передачу, нанести бросок. Здесь еще одну палочку поставим, чтобы можно было обыграть, из-под себя бросить. Dragon Drip, так называемый. Два с одной, два с другой. Окей. Все, готово? Ну, это, конечно, какой-то этот, МакДэвид. Пас отличный. Пас отличный. Это мне нравится, это мне нравится. Я заигрался. А поработать ручками-то не надо? Он уже все пустил, братан. Ну тут, я не знаю, как он будет справляться со мной сегодня, честно. Коуч, нормально. Вот, атаку начинаю. Зарядил. Он только от гостей пускает. Он просто тебя знает, как облупленного уже. 4-2. Оп.
перезапись или что? Давай по новой, Миша, все. Сейчас с другой стороны. Давай. Не, слышу, у меня сейчас так уверенность придет вообще после сейчас таких выпусков. Сейчас будет 5-4. Давай, давай, коуч, я верю в тебя. Давай, я здесь, вот. Иди ты на***. Че, я ничего не хочу сказать в свое оправдание. Ну ты не тильтуй, коуч. У тебя булиты еще есть, я, может, булит ни один не забью. Я не знаю, честно, как это происходит, но залетает все. Я не знаю. Сейчас выровню, пацаны. Ну, все-таки у нас есть такое понятие. Пацан сказал, пацан сделал, да? Оп, здесь. Наконец-то. 6-3. Это профессионал просто. Е-е-е. Я тоже за него порадуюсь. У нас еще два челленджа впереди, братан, давай. Да я рад за тебя, что ты забил. Это уже для него это победа. Для него это победа, он первый отбил. Так, ладно, у нас третье задание. Я уже потерял доску. На стекле уже сейчас рисовать буду. Обыграли палочку, поехали к первому конусу, сделали вираж, сделали второй вираж. Уезжаем либо за ворота, либо на ворота. Вот сюда вот выезжать нельзя на пятак. Вот сюда вот можно, вот сюда вот нельзя. У меня соплей нету? Есть. Все, да. Еще сопливый пока. Смешно. Проигрывает 6-3 и еще что-то. Короче, хочу, чтобы он поползал сегодня, одним словом. Слышь, парень три шары забил, в себя поверил. Вот они, виражики напрямую. Хорош. Не, ну здесь все плохо. Давай шайбу. У тебя что, одна шайба, что ли? У тебя, смотри, какая горсть там. Давай, давай. Моя попыточка. Не, ну технарь, вопрос нет. Ой, что захотел. Ну, мысль у него есть, у меня ее нет. Пойдет, пойдет. Не прошла, не прошла. Оп. Ну догоняем, догоняем. Ну чувствуется, кто-то занес там вратарю. Чувствуется. Не-не, хорошо сделал, вопросов нет. Самое главное в хоккее не сдаваться. Слышали об этом? Я знал, что он будет ближний крыть. Это очень здорово, это очень здорово. Неплохо было, да? Семь пять. Ну на красоту надо отвечать красотой, что сказать. Я думаю, все поняли, да, где он этот прикол взял. Самое время решить на булитиках, да? Саша Точилкин объяснит, как бить булитика. Я? Не надо.
Я вон объяснил, как из угла вылазить, да? Счет у нас 7-6, и сейчас мы пробьем по 3 буллитика. Я как будто не умею играть в хоккей. Нормально, нормально. Вратарь просто из Германии приехал. А. Решающий. Решающий. Наконец-то. Поползу я, а. В общем, со счетом 8-7 победил Александр в упорной борьбе, да. И сейчас я, как и обещал, должен проползти от лицевой до красной. Но у меня будет доп. Шанс? Конечно, будет. Я знаю, что вы ждете, когда я проползу, но раз мне ребята дают реванш, то я им воспользуюсь на мини-буллитах. У нас будет 3 мини-буллита. Пробьем сейчас и решим, выявим победителя. Че, готов? Погнали. Ну, тут упорная борьба была, согласись. Ну да, не спорю. Не, ну ты здоровски эти вылезания придумал просто, когда там вратарь, если вот сидит на коленях. Ну хватит ныть уже. Ну блин, ну, ну все, ну, ну ладно, хватит. Не буду больше. Больше не буду. Не реви. Не реву. Вот так и не реви. Спокойствие, только спокойствие. Хоккеисты не плачут, знаешь же. Давай, Вара, Вара нужен. Твоих. Да ты что, угораешь, что ли? 3! Вара, сколько надо? Сколько надо? Только не говорите мне, что он все забьет. Ну это был гол престижа. В челленджах в основной программе у нас победил Александр, в доп-раунде победил я, соответственно. И поэтому у нас боевая ничья, соответственно, никто не ползет, слава богу. Слава голу. В общем, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем и желаем вам успехов в своей карьере, если вы действующий хоккеист, если вы любитель успехов в обучении и развитии, если вы ребенок, то же самое. Старайтесь, главное, набирайтесь опыта, не пропускайте тренировки. Напутствие, пожалуйста, для маленьких хоккеистов. Как стать таким в порядке, как ты? Ходить на тренировки, приходить пораньше, всегда работать над собой. Не опаздывай, не да? Не опаздывай, да. Когда в КХЛ уже? Слушай, давай вот эти провокационные вопросы не будем. Ладно, ладно. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Давай.